Аркадий отправился на СВО в апреле прошлого года. Рассказывает, что до этого момента не был связан с военным делом. После службы в армии работал торговым представителем. В феврале Аркадий вернулся домой. В августе планирует снова отправиться на спецоперацию. Пока встречается с детьми и подростками, рассказывает о своем боевом опыте. Мне очень интересно общаться с ребятами, поделиться своим опытом. И я считаю очень важно сейчас поддерживать именно патриотическое воспитание в наших детях. Если ты хочешь изменить ситуацию, то нужно начинать с себя. В этот раз Аркадий посетил детский лагерь «Авангард», где встретился с самарскими школьниками. 234 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет узнали о спецоперации от бойца. Среди них были Артем Бехтерев и Андрей Брожаев. Мальчики хотят стать военными. Я думаю, что когда разговаривает именно сам рассказывает человек, это намного лучше, чем прочитать в книгах и в интернете прочитать. Глядя на таких людей, самому хочется становиться дальше, совершенствоваться и защищать родину. Сразу после этой встречи Аркадий отправился в другой детский лагерь «Арго». Здесь детям показали военную технику, дали примерить амуницию, рассказали о снаряжении бойца. Только один бронежилет весит около 15 килограмм. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.